Мясная курица – это один из немногих мифов, который поднял на уши все комьюнити Чикенгана. Ведь он действительно хороший, мог создать настоящую жуткую атмосферу, что, конечно же, привлекало новых игроков к мистике игры. Однако сейчас у многих сформировалось мнение, что этот миф – кринж. Но почему так? Ответ на это мы попытаемся найти в этом видео. Мясная курица, или же Meat Chicken, появилась летом 2023 года и пугала по нескольким причинам. На оригинальном фото она изображена в несколько раз выше игрока и склонилась над ним. Мясная курица не имеет лица, и все ее органы вывернуты наружу. Пугает миф также за счет своего поведения. Он может появиться на сервере за счет определенного ритуала. Будет пристально наблюдать за игроком, и через какое-то время сервер вылетит. Но если вам удастся зайти обратно, то ваш экран будет полностью покрыт мясом из прошлых жертв мясной курицы. Meat Chicken очень сильно отличается от своих предшественников. Предыдущие мифы были всего лишь обычными игроками с одеждой, отражающей либо то, что они психи, либо их травмы на теле, либо вообще все вместе. Meat Chicken же показала, что с помощью самых простых навыков фотошопа можно добиться ошеломительных результатов и сделать что-то действительно жуткое. После Meat Chicken все предыдущие мифы казались пережитком прошлого, как айфоны с кнопкой на фоне безрамочных моделей. Появились так называемые родственники мясной курицы Tall Chicken и NTT481, он же Мистикоре. Однако, несмотря на все эти заслуги мифа, сейчас его многие считают кринжом, либо относятся к нему холодно. Однако, почему же это незаслуженное мнение очень сильно распространилось? Перед тем, как я отвечу на этот вопрос, попросил бы тебя поставить лайк и подписаться на канал, это очень сильно мне поможет. Дело в том, что вслед за популярностью мифа появились тонны низкокачественного контента, который нацелен только на просмотры и деньги. Многие люди снимали такие видео пачками, и зачастую в них обесценивалась самая главная часть мясной курицы – ее страх. В этих видео были тонны байтов рекламы, и зачастую они не содержали даже капельки мистической атмосферы. Так уж устроено, что людей, которые бесцельно бегут за баблом, больше, чем людей, которые желают развиваться. Та же самая ситуация случилась и с жуткой пандой, тонны детского контента, кликбейта и низкокачественных видео. Однако здесь даже сам создатель пошел по пути бессмысленного хайпа, полностью изнеможив сериал. Такое, как ни крути, случается с любой популярной качественной вещью. Так уж устроен YouTube, и нам этого никак не изменить. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про мой телеграм-канал, где я публикую много интересного контента. От новостей до новых видео, до розыгрышей и спойлеров. Ссылка, как всегда, в описании и в профиле канала. Также можете посмотреть видео на экране, они не менее интересные, чем это. Всем удачи, всем спасибо, любите мистику.